На горячую линию телеканала ОНТ поступают звонки не только с проблемами, но и с просьбами исполнить мечту. Так нам дозвонилась мама 12-летней Насти и очень просила помочь ее дочери, которая страдает тяжелой болезнью, попасть на концерт «Талент Краины». И мы, конечно, помогли. Здравствуйте. Здравствуйте. Приглашаем вас на «Талент Краины». Ваши билетики, Настя. Еще несколько лет назад Настя сама могла быть в числе участников творческого проекта. Она серьезно занималась гимнастикой и поднималась на пьедестал, но из-за болезни у девочки заболевание бедренной кости пришлось уйти из спорта. Сейчас радуется успехам других, а на смену гимнастики пришли музыка и пение. Настя мечтает о музыкальной карьере. Приблизить мечту помог телеканал ОНТ. Я побывала на сцене большой, я сходила в гримерку, я очень хотела там побывать. Вот. Я занималась художественной гимнастикой, сейчас занимаюсь пением, и мне очень хотелось вот здесь побывать, чтобы посмотреть, как это делают другие. Огромный зал Дворца Республики, десятки талантливых детей и счастливые глаза Насти. Теперь, зарядившись безграничной энергетикой юных звездочек, девочка обязательно покорит новую, на этот раз музыкальную высоту.